Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 15 декабря. Память преподобного Парда Отшельника. Святой Пард был родом римлянин и в юности своей занимался извозным промыслом. Однажды он отправился со своими верблюдами в Иерихон и там устроился при гостинице. И вот в одно время, по пущениям Божиим, по действию врага рода человеческого, по недосмотру Парда, попал под ноги верблюдам малый отрок. Он был раздавлен ими и умер. Это несчастье сильно опечалило Парда. И он, удалившись на гору Орион, постригся там в монахи, постоянно сокрушался страданием, повторяя: «Я погубил отрока и должен быть осужден как убийца». Недалеко от того места, где жил Пард, в долине обитал лев, и святой отец сходил в его логовище, толкал зверя рогатиною, чтобы тот рассвирепел и растерзал его. Но лев не причинял ему никакого вреда. Тогда старец, видя, что не достигает своей цели, решил лечь спать на том пути, по которому лев ходил к реке на водопой, надеясь, что зверь, проходя и увидя его, растерзает, и таким образом, пострадав здесь, он избавится от мучения в будущем веке за убийство отрока. Как решил поступить святой, так и сделал. Лег на пути, сняв с себя одежду и положив ее подле себя. И вот лев, проходя той тропой, перескочил, как бы человек, через святого, молча и не прикоснувшись к нему. Тогда уразумел старец, что Господь простил ему грех тот, и возвратился в свое местожительство на горе, и оставался там во все годы последующей жизни своей, до самой смерти своей, всегда и всем являл собой образец мужа благонравного. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.